Здравствуйте, уважаемые друзья! Я нахожусь сейчас на Андреевском спуске. Кстати, здесь, именно здесь мы неоднократно снимался мастер-шеф. Вот очень интересный ресторан, ресторан с почерком. Сейчас нам покажут ресторан с двумя зайцами. Вы помните, наверное, этот фильм. Вот они пишут там: стрижем, бреем и наливаем. Так, давайте зайдем внутрь, и нам администратор расскажет. Расскажет администратор концепцию, идеи этого ресторана. Но мне очень понравился. Так что, если вот приедете вы в Киев, я вам советую на Андреевском спуске, где проходил мастер-шеф, зайти сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я зовут Тямы. Нашему ресторану уже 18 лет. И я вам вкратце проведу экскурсию по нашим залам. Ресторан тематический. По пьесе и, соответственно, по фильму «За двумя зайцами». Вот, поэтому здесь очень много фрагментов из кинофильма, которые сам мы транслируем в двух наших залах во время работы ресторана. Первый зал, знакомьтесь, называется «Винтажный». А телевизор какой, слушайте, у вас прямо в рамке он. Спасибо. И вот так с утра до вечера здесь этот фильм... Здесь я вам покажу, да? Сейчас некоторые его детали. На самом деле здесь мы музей своего рода. Здесь очень много вот такой вот атрибутики интересной. Первый зал «Винтажный», здесь антикварная мебель. Очень много в наших витринах, вот посмотрите, пожалуйста, различных статуэток и вот предметов, которые собирались все 18 лет, вот сколько ресторану. 18 лет нам исполнилось в ноябре прошлого года. Вот, наша хозяйка Татьяна Олеговна Митрофанова, вот со всех уголков Украины и не только нашей страны, вот собирает вот такие разные вещицы, много чего и дарят. Вот. А гости не просят им подарить что-то? Вы знаете, иногда просят, но мы не отказываем. Прямо дарите, частичку, да? Да, с ресторана на память. Это очень приятно. И гости возвращаются потом к нам и рассказывают о нас. Конечно же, да. Герои фильма, да? Я смотрю, что... Да, я вам сейчас покажу еще оригинальные фотографии со съемок. У нас действующий камин. Действующий он прям? Да, в холодную пору мы его разжигаем. К нам приходят гости, греется здесь очень уютно, очень атмосферно. Вот. Мне обои очень нравятся, слушайте, ну вот так мне нравится. И обивка, так все подобрано у вас? Обратите внимание на нашу витрину. Мы готовим домашние настойки. Сейчас у нас их 7 видов. Хреновуха, дубовка, цедровка, клюковка, вишневка, малиновка и смородиновка. Наша смородина в прошлом году на фестивале «Налывка Фест» в Киеве, это ежегодный фестиваль, выиграла первое место. Мы этим очень гордимся. Вот, собственно, они вот в таких бутылях у нас хранятся. Оттуда вы наливаете? Да? Мы разливаем, ну, более удобные бутылки, скажем так. Ну, мы готовим большое количество, потому что у нас много ее пьют. Пользуются спросом она, да? Да, пользуются спросом, берут на подарки. Вот смотрите, у нас есть сувенирные вот такие вот наборы. То есть, да, очень большой оборот этих настоек. Еще мы продаем, вот обратите внимание, Татьяна Никитина. Это бижутерия, серебро и муранское стекло, прошу прощения. А внутри наполнены алкогольными ликерами. Блю, да. Карасау, самбука, абсент, коньяк. А что, они открываются, Аперон. Можно выпить? Вот так, ну, можно, но лучше не стоит. Это просто как оригинальная, знаете, оригинальная бижутерия, необычная. Mm-hmm. Также на подарок. Вот мы продаем, и ее картины предоставлены также в нашем ресторане. Абажуры. Пойдемте, дальше я вам покажу еще два остальных. Также мы продаем книги с историей Киева, Андреевского спуска, в частности, разных знаменитых людей, которые оставили отпечаток в истории, скажем так. А гости, это, наверное, иностранцы в основном, да? У нас 80% иностранных гостей, потому как у нас, ну, место расположения ресторана, да. Андреевский спуск, это исторический центр. Достопримечательность города Киева, сюда много приезжают туристов, естественно, они посещают наши. Я страны. Хочу еще раз напомнить, что Андреевский спуск, дорогие зрители, мы же здесь проходили, у нас выездные конкурсы, если помните, именно на Андреевском спуске выездные конкурсы. Это непосредственно оригинальные фотографии со съемок, да? Фильма, которые проходили на Андреевском спуске в 1961 году. Киностудия Довженко нам их предоставила, они хранятся в нашем ресторане. Второе предложение, это каминный зал, это самый тихий, уединенный, я бы так назвала, зал
нашей ресторации. Здесь также есть камин. Тоже действующий? Да. Лампа какая. Вот таким прямо здесь уже очень много атмосферно вещей. Здесь очень, да, да, именно, очень атмосферно. Да. У нас хранятся вот тоже оригинальные свидетельства, похвальные листы, это еще с царской семьи. Да, оригинальные. Надо же. И это еще не все. Не все? Конечно, нет. А это у вас коллекция вин? Это коллекция вин, в частности, локальные украинские вина. Есть много лимитированных серий, такие, которые не продаются в рознице. Какой интересный. Также есть у нас и грузинские вина, и новозеландские, но мы делаем акцент на украинские. А фиша такая? Да, это все, вот как вы видите, это покрашено. Все покрашено киевскими художниками. Боже мой, как тут... Все в стиле фильма. Вот это туалет надо будет обязательно. Очень-очень зрители любят туалеты. Я и гости в восторге от наших уборных, потому как они... Слушайте, ну какая прелесть, да. Да. Здесь можно сидеть часами и читать. Так нам говорят. На самом деле, золотой унитаз, видите? Да. Золотой унитаз, а фишу можно сидеть. Янукович повторил, от нас взял, понимаете? Да? Вот эту вот идею с унитазом. Да, интересно. Да, конкретно золотой унитаз, видите? Я не знаю, ну просто хочется отдельно даже туалет отдельно выделить. Обзор отдельный. Это прекрасный туалет, очень мне нравится. Надо же. Спасибо. А потолок какой. Вот, пожалуйста. Вот видите, как все по тематике, люди все создали. Ну тут работали дизайнеры, да? Работали дизайнеры, художники и наша хозяйка. А, очень творческая и, ну, разносторонняя. Я думаю, иностранцы просто, они в хорошем шоке от этого мы ресторана. Мы вот эту вот атмосферу. Атмосфера, да. Это третий зал, это наша гордость. Купеческий зал, он же банкетный, потому как здесь соответствующая сервировка. И, ну, площадь зала позволяет принимать большие мероприятия организовывать. У нас каждый вечер живая музыка. А сколько посадочных мест здесь, если вот... В этом зале мы размещали 50 гостей. Угу. Вот. До, скажем так, картины, 80 во всех трех. На сцене выступают различные музыканты. Это и пианино, и аккордеон, и вокалисты, саксофон. У нас многие с нами, многие работают. Прекрасное эти картины место. Вот Татьяны Никитиной, о которых я вам говорила, их всего две в ресторане. Деньги с продаж этих картин и ее бижутерии, ну, часть денег идет в фонд помощи преждевременно рожденным детям. Ну, вот эта картина сколько стоит, например, эта если человек захочет стоит купить? 15 тысяч. Угу. Вы скажите, гривни, доллары? Гривен, да. Гривен. Угу. Серьги, бижутерии 2800. Здесь вы видите по одну сторону фрагмент из кинофильма. Смотрите, какая прелесть. Помните, зрители? Очень красиво. Андреевский спуск на картине вы видите. Да. Очень красивая фотография. Очень красивая, очень. Да, конечно, сейчас да, прекрасно. Я не знаю, мне очень нравится. Я думаю, так просто человек не зайдет, понимаете? Он смутится, он может выйти. Он... А фильм все время транслируется. Да, во время работы ресторана, в залах постоянно. Чтобы ощутить атмосферу. Обратите, да? Внимание еще на наши витрины в купеческом зале. Здесь расположены некоторые экспонаты из музея моды Марины Ивановой. Это мода киевлянок конца 19-го, начала 20 века. Сам музей находится ниже, Андреевский спуск, если я не ошибаюсь, номер 5. Музей Нии улицы. Вот, ну, у нас предоставлены некоторые экспонаты. А средний чек в вашем ресторане? 530 гривен. Угу, 530 гривен. У нас очень интересное предложение для туристических, скажем так, групп. У нас очень интересное предложение под заказы мероприятий различного формата, свадьбы, дни рождения. Вот. Ну вот на, с чего, вот какая самая такая минимальная сумма, чтобы у вас заказать? Мероприятие, да, варьируется от 800 гривен. Uh-huh. В зависимости от выбора гостя, какие блюда
предпочтет, что выберет. Кухня украинская, авторская, очень много позиций блюд по старокиевским рецептам. То есть то, что казалось бы, вот сырники, вот они у нас необычные, легендарные, у нас сырники по-киевски. Это блюдо, одно из блюд визитных карточек нашего ресторана, которое готовится необычным методом, они фаршированные вишней. У нас просто впечатляем гостей, у них просто эффект такой, знаете, вау от этого блюда. И очень много чего другого мы готовим. То есть дизайном впечатляете, атмосферу впечатляете, плюс еще сверху сырников. Кухня, при всем при этом цены достаточно демократичные. Я вам дам меню, вы сами просто ознакомьтесь. И я уверена, что вы будете приятно удивлены. У нас с недавнего времени запатентированное нами блюдо, оно очень понравится вегетарианцам, крем-суп из желудей. Желудей? Да. Ну, посмотрите, как оформлено меню. Как оформлено меню. Ну, вы помните, зрители, я вам говорила, вот делала обзоры ресторана, там 1400-1500 человек. Ну, вот вы сказали 550, да? 534 средний чек. Ну, довольно-таки такая цена, очень демократическая. Вот это цены в гривнах, вы видите, 75 гривен, вот хумус, и ориентировочная цена для туриста в евро. Ага, вот так, понятно. То есть у вас достаточно 550 гривен человека. Достаточно. Вот, очень. Вот, да, на чем я делаю акцент, на том, что при всем, при всей нашей кухне авторской, украинской, безумно вкусной, у нас очень большие, ну, достаточно большие порции, не маленькие, но при этом цены, вот как вы видите, бюджетные. Не цирюльник, а парикмахер. Блюдо такое, да? Фильма. А, с пьесы, да. Да. Только с вами имеешь приятность. Тоже фраза, да? Надо. Я прошу прощения. Все, да, вы идите. Я сейчас еще пару фраз скажу. Ну вот видите, я просто удивлена, приятно удивлена атмосферой. Ну такое ощущение, что я вернулась, знаете, где-то вот в 80-е, 90-е года. Мне очень и очень нравится. Здесь все пронизано атмосферой этого фильма Киевом. Я думаю, даже вот если вы сюда придете и чашечка кофе или чая. Здесь можно как бы и недорого пообедать, исходя из цен. Мне очень-очень нравится. Просто, знаете, почему-то думают, что если на Андреевском спуске, то все обязательно дорого. Ну нет, цены меня приятно удивили. Цены приятно удивили. Так что будете в Киеве, заходите. А киевляне, которые еще не были, вы можете зайти и получить удовольствие, как гастрономическое, так и визуальное. Я думаю, буду заканчивать. Как, вот музей. Ресторан-музей. Ресторан-музей. Мне очень понравилось. Вот так, такой обзор. Посмотрите, какой зал. Все, на этом я заканчиваю.